Клёво! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток. И сегодня мы с тобою начинаем играть в новую часть Kingdom Rush. Legends of Kingdom Rush. Ребята, всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудьте поставить свои жирненькие царские лайкосики, а также подписаться на канал, если вы здесь впервые. Берите обязательно вкусняшку. Мы начинаем, друзья. Блин, я просто на самом деле в шоке, что новая часть вышла. Но она пока что эксклюзив для Apple. Да, друзья, Apple Arcade, вот только по подписке. Вот при том, самое удивительное, недавно, пару, по-моему, слушай, недель где-то вышла Angry Birds новая, тоже по подписке. Удивительное дело. Ну что же, давайте заценим. Если ты хочешь продолжение, чтобы мы прям до конца прошли игрушку, я попытаюсь, друзья, у меня сейчас график немного поменялся, я буду понедельник, в среду, пятницу, субботу, воскресенье, в общем, ролики дропать. Так что постараюсь в эти денечки записать прям вот каждый раз Kingdom. Так что не забудь лайк. Итак, новая игра. Смотри, этот режим подходит для тех, кто хочет расслабиться. Стандартный режим прохождения. Боец. В принципе, друзья, смотрите, может оказаться для вас непростой игрой, но вы обязательно найдете к ней подход. Помните, поражение не проигрыш. Блин, это так интересно, что разработчики нас все-таки подбадривают как-то. Бойца. Берем бойца. Мы сколько уже, блин, 4 части прошли. Пора. Столица Ленирии теперь под властью армии тьмы. В подземельях цитадели. Поживее, мелюзга, скоро начнется собрание. Мы выступаем на рассвете, чтобы остановить вторжение. Так. Что у нас? Что тебе нужно? Нет времени объяснять. Вам нужно бежать прямо сейчас. Погоди, кто ты? Нельзя, чтобы меня видели с вами. Удачи, Искатель Света, пусть тени скроют ваш путь. Отлично. Один стражник. Они пожалеют, что не назначили больше. Некоторые события появляются только при обстоятельствах, например, при обладании определенным Серьезно? Куда это вы собрались? Подальше от этой тюрьмы. Smite the unholy. Тут все изменилось, друзья, совершенно другой геймплей. Офигеть! Боже, у меня мурашки. Ребята, я не знаю, как у вас, но у меня по всему телу сейчас пробежали мурашки. Потому что это круто, что-то новенькое. Но удивительно, серьезно, 4 части. Я ожидал, серьезно, что 5-я часть вот именно такая будет, но... Фига. Фига? Так, что-то мне это напоминает. Герои? Герои, друзья, вы помните там герои... Меча. Блин, я в детстве на самом деле что-то пару раз только играл, потому что у бати на компьютере были они. Герои меча и магии, или как-то так. Блин, полюбасу эта игрушка бы, наверное, зашла бы на канале старенькая такая. А может там ремастер, кстати, есть, я не знаю еще даже. Слушай, это надо посмотреть. Коснитесь, чтобы завершить ход, когда доступны действия иссякнут. Нажмите еще раз, чтобы подтвердить. Да, это, конечно, интересно. Так. Что у нас там? Минус 2. Подойдите ближе к противнику. Нападайте на врага. Так, ну, в принципе, все легко. Троечку мы снесли ему. Он тоже нам троечку зарядил. Двоечку бы. Броня, очки, здоровье. Физический урон наносится в первую очередь по броне. Чтобы победить врага, вам нужно исчерпать его очки здоровья. Бой заканчивается, когда побеждает одна из сторон. Так, ну, в принципе, все легко, да, друзья? А мы восстанавливаем еще с каждым ходом. Во как. Я, друзья, наконец-то отдохнул, но... В общем, в отпуск в Анапе побывал, друзья. Не знаю, как вы относитесь, конечно, к Анапе. В общем, сейчас что-то там цветет, вот это море. Блин, к сожалению, не такое чистое, как хотелось бы. Правда, на диких пляжах неплохо. Вот, неплохо, чистенько там. Но... Знаешь, не хватило, не хватило. Честно сказать, я, в общем, когда уезжал, даже лучше себя чувствовал. Я не знаю, почему так. Так, атакую. Опа, все, готовенький, готовенький, друзья, победа. Ох, наши старые добрые герои, блин, так прикольно их видеть. Так, результаты боя готово. Так, идем мы с тобой дальше. То есть мы можем сейчас быстренько... Реально это мне напоминает. Игра в кости. Один из способов преодолеть испытания, когда герой соответствует определенным критериям. Для успеха достаточно получить одну всего лишь звезду. Изнутри одной из... Ох, блин, слушай, это шикарная игра. Мы с тобой...
обязательно должны пройти ее до конца. Боже, главное от меня все зависит, чтобы я, блин, не забросил. Ну, чтобы не забросил, прям реально, покажите актив, ребята, я прям буду очень рад. Изнутри одной из камер послышался полный мольбы голос. Эй, ты, да, ты решил сбежать, да, приятель? Помоги мне, и ладненько, сказал лесничий, указывая на решетку камеры. А раздвинуть прутья решетки, открыть замок ломом мы не можем и использовать ключ тоже. Поэтому друг познается в беде. Геральт попытался раздвинуть прутья, пока раненые руки не заставили его сдаться. Щелкая языком, покачивая головой, заключенный указал на лом, торчащий из ящика в коридоре. Так, ладно, у нас есть. Не сумев раздвинуть прутья, нам осталось лишь открыть замок с помощью лома. Комбинация физической силы и лома не оставила замку и шанса. Великолепно, мой друг, дай-ка мне взять свое снаряжение из этого ящика, и мы готовы идти дальше. Минус лом 250. Ой, условно, что такое. Вербовать. Лесничий. Ну, у него голос-то хороший. Не то, что я, да, озвучил как-то его, какого-то бомжа, блин. Какого бомжа, который какой-то нарк какой-то. Братишка, дай-ка еще дозы. Осуждаю. Конечно, это все осуждаю. Да, капец, реально, так голос похож. Так. Без нам все дела. Так. Идем сюда. У нас теперь новый герой. А тут уже враг стоит. Мы видим с тобой. Слушай, как это круто. Я просто в шоке, на самом деле. Вот они, засранцы. Вот и конец твоей истории, паладин. Вон те ящики. Не могу до них добраться. Понял? Я воздвигну щит возмездия, чтобы защитить нас. Давай. Так, то есть можем мы... Дальние атаки могут быть нацеплены на любого врага в пределах досягаемости. Качество персонажей. У большинства персонажей есть особые черты. Ловкость лесничего позволяет ему двигаться до или после выполненного простого действия. Так. Я вижу, что пора нам вот так вот сделать и прибить хоть одного. Так, и мы с тобой можем чуть ближе подойти. Я думаю, стоит это сделать. Специальные навыки и время восстановления. Особенности, которые делают каждого персонажа уникальным. Но большинство требует перезарядка в течение нескольких ходов. Так, и мы с тобой видим вот такую интересную штуку. То есть мы можем либо на себя, либо на нашего друга. Ну-ка, сейчас попробуем. Да, он может, в общем, на дружище нашего, на лесника. Хотя лучше бы, кстати, они что-то нас именно атакуют. Так, ядовитая стрела, я вижу, у нас есть. И она даже не нужна была, потому что 2 хп всего. Так, нажимаем. Тут мы не можем, да. Так что заканчиваем ход. И тут тоже мы не можем, друзья, поэтому заканчиваем ход. Ну ладно, ну восстановили немного страшного. Так, обычная стрела. Летит, пятерочку снимает. Лесничий, неплохо. Победа. И там еще какой-то, смотри, маг-то. Готово. Результаты боя. Стрелка указывает, что у вас достаточно сфер для продвижения героя. Улучшаться. Сэр Геральт, светозарный и могучий паладин из Ленирии, вновь использует свои святые силы, чтобы защитить земли от неизвестной угрозы. Так, и вот тут у нас есть божественный клинок. Поражает врага гневом богов и наносит ожоги. Суперсила наносит дополнительный урон. А тут что-то интересное. Молитва мученика, да? Мы можем также и этого прокачать. Но нужны нам какие-то вот эти вот штучки. Я думаю, мы сейчас прокачаем. Полюбасу. Курочки, смотри. Нельзя на них нажимать. Так, поймай, если сможешь. Впереди на дороге мы увидели большую группу стражников и попытались спрятаться между ближайшими хижинами. Мы заметили пару деревянных ящиков, сложенных друг на друга, которые могли бы использовать при обнаружении в качестве баррикады. Перевернуть, незаметно проскользнуть между хижинами. Так, ну давай попробуем. Опа. Продолжить. Пробираясь между хижинами на цыпочках, мы смогли проскользнуть мимо стражи. Хорош. А это было интересно, прикольно, друзья. Один из видов волшебства. Не успели мы убежать от стражи, как перед нами возник волшебник фиолетовой мантии. Геральт, я знаю, что моя вера в ленирийское сопротивление окупится. Позвольте мне присоединиться к вам. Вместе мы сможем выбраться из цитадели. Вербовать. Вот у нас теперь и волшебник появился.
Магический луч, использует магический луч, который наносит урон в зависимости, суперсила отбрасывает. Так, что это вот у нас такое? Магический снаряд использует различные магические снаряды, которые поражают цель. Есть вероятность, что их обу... Ну, мы с тобой просто сейчас проверим, как это будет на поле боя, а не просто читать что-то. На практике. Давай. Вот у нас и заставочка такая. Так. Вам не спрятаться, бежать некуда. Больше стражников прибыло. Моя магия пробьет их броню. Яд тоже поможет. Я не знаю, может, не надо так озвучивать, ребят, напишите. Хорошо, моя святая аура защитит вас. Так, там, смотри, боится торговочка. Стражники. Так, мы с тобой, конечно, отравляющие. Оп. Боже, да как же вы быстро все подыхаете-то, ребята. Так, ну давай сюда подойдем. Фокус-покус. Мы можем вот так вот с тобой сделать. Ага. Да, надо именно зажать. Урон за снаряд 1-2. Тут 4 максимальный. Чем дальше цель, тем больше урона. А тут у нас... А-а-а, сплэш, понял. 2 всего. И этого хватило. Ох. А что это за Геральт? А почему я за Геральта, кстати, не мог? Так. Вот так сделаем щит. Вот тебе цель, братишка. Так, я, пожалуй, отойду на вот такую вот дистанцию, чтобы, если что, в Геральта. Ага, никак нам. Ну ладно. Сейчас Геральта. Да, ближайшая цель для них приоритет. Так. Ну, давай сюда пока походим. Watch this. Вот так вот. Слушай, какой он просто имбовый. Победа, друзья. Карта приключений меняется с каждым прохождением? Серьезно? Карта меняется с каждым прохождением? Вы меня радуете, это прям прикольно. То есть каждый раз что-то новые события будут происходить. Ты понял, про что я говорю? Офигеть. Это круто. Пробегая по Линерийскому переулку, мы заметили мажущего нам торговца. Сэр Геральт, глазам своим не верю. Взгляните-ка на мои товары. Армия тьмы проверяет мои журналы учета, поэтому не могу ничего вам подарить. Я по-прежнему готов помочь старому союзнику, даже если вы теперь вне закона. Гномья лавка. Так, и мы с тобой можем что-то накупить. Действительно, палатка. Повязка. Исцеляющее зелье. Ну, мне нравится вот исцеляющее зелье. Наверное, все-таки купим его. Вот. Если что, мы можем с тобой вернуться вот сюда и спокойно купить что-нибудь. Хорошо. А, кстати, погоди. У нас есть маленькая проблемка. Друзья, у нас, походу, герои лечатся, видишь, как... Не сами. Это, конечно, печально. Дальше не пройдете. Наша жизнь и работа зависит от вашей поимки. Мы не вернемся. Не волнуйся, братан. Без головы зато не будешь тратить деньги на шляпы. No comments. Понял? Некуда будет шляпу ставить без головы-то. Хватит. Меньше болтовни и больше дела. Прикол, прикол. Разрывная. Как у нас говорит. Так, сейчас у нас этот будет ходить. Это хорошо. Сколько у нас ХП? Ну, что-то я не хочу рисковать, если честно. Давай-ка вот этой, наверное, все-таки стрелой. Да, нормально. И у того так много ХП. Так, дальше маг. А вот боюсь, что мага... А, чем дальше цель... Блин, ребят, извиняюсь. Там фейерверки были, ты понял? Можно по ним было жахнуть... Так, я, пожалуй... А можно, погоди, значит так, пройдем. Сейчас щит активируем. И они будут по нам стрелять. Ох, это хорош, так. Ничего, у нас там много ХП. Минус.
И надо смотреть. Ребята, мы забыли про отсылки. Пасхалки всякие различные. Что это, кстати, такое? А, сколько хп у кого? Можно вот так вот подглядывать, смотреть. Слушай, отсылки. Какие тут отсылки? Я не вижу, если честно. Это как-то, ребят... Блин, я зря, наверное, так делаю. Так, ну, допустим. Smite the unholy. Шикарно. Но тут не достать, к сожалению. Отходит, а? Какие скотыны. Ну, правильно, блин, они дальний бой, конечно, блин. Конечно, они отходят. Как по-другому-то? Не достает. А, вот поэтому может достать, кстати, смотри. Пум-пум. А так можно! Нормально, неплохо. Ну, слушай, это что-то новенькое, и это офигенно. Мне нравится, мне заходит. Остановите их! Бежим? Как скучно. Позже. Оторвались от них. Сэр Геральт, хвала небесам, как же я рад вас видеть, орки. Так, вторглись на земли, которую вы когда-то звали домой. Кто-то должен остановить их. Из крепости орков доносился звон боевых барабанов. Мы не можем позволить им захватить лес. Мы должны остановить их, пока они не достигли магов Возагона. Мы поможем. Эх, старый, я уже для приключений. Блин, да куда ты, старый? Сейчас только все начинается, и это круто. Опачки. Мы, кстати, не прокачали. А у нас уровни вот у нас повышаются. А мы там же можем... Так, вы только что разблокировали новые приключения. Владение... Нового помощника. Волшебник. Выбрать команду. Что это у нас такое? Так, достижение. Не сейчас. Спасибо, конечно. Ух, блин. Асра. Чтобы разблокировать враг моего, доберитесь до арены Крамтака. Это супер. Это просто супер, друзья. Окей. А, ну у нас уровень. Короче, там сейчас посмотрим. Так, команда. Можно заключение. Тюрьму Герли заметил нервно. Великий побег. Так, сложность. У нас боец. А после мести Визнана леса стали более зелеными. Но этот зеленый оттенок плохой знак. Под предводительством ужасного Крамтака орки... пустили корни в этих землях и начали вторгаться в близлежащие поселения. Пора положить конец владычеству Крамтака. Короче, друзья, я немного подустал на самом деле, потому что я записываю сегодня ролики, блин, побольше надо записать. Вот. Поэтому извините, видишь, я как-то начал, блин, оговариваться, как что-то начал так. Повышение уровня персонажа. Так. Уровень персонажей сбрасывается до первого в начале каждого приключения. Так проходить их будет более интересно. Ну, по факту, да. Уровень ранга. Каждый ранг открывает новые возможности. Круто. Мне нравится, правда. В крепости орков назревает зловещая буря. Армия тьмы! Шагать в другую сторону, орки взять пастбища! Но разведка видеть приключателей. Приключателей? С каких пор... Могущего орда боится путешественников. Идите, покажите им раз и навсегда, кто здесь хозяин. Аж брызжет, как Шрек слюной. Слушать, вождь! Вперед, давай с глаз моих. Все идет по плану. Мы не забудем вашу преданность. Борьба за трон Крама. А на луга вторглись кровожадные орки во главе со своим ужасным лидером. Нам предстоит ворваться на трон. Так, офигеть, нифига на... Фига, нам надо пройти тут будет, ребятки. Улучшать, видишь, мы не можем. Тинг-тинг-тинг-тинг, нифига. Так, мы можем тут по разным дорогам пойти, в принципе, но как бы нам, видимо, надо... Вот я не знаю, друзья, мы можем как-то выбрать собственную дорогу, я так понимаю. Где попробовать? Мне вот нравится вот это. Вот я не знаю, там, конечно, вон у нас какой-то этот стоит.
Может, стоит действительно тут все оббегать, посмотреть? Я думаю, вам будет даже больше интересней. Напиши обязательно, все проходить или нет. Нюх-нюх! Кап-кап-кап-кап-кап! Ой! Тише, мальчик, тише. Енотики, там енотики маленькие. Там маленькие енотики. Так, щит есть. Так сказать, на себя берем. Троечка на 4 по 4 у них. О, блин. Так, однюрочка. Троечка. Да, нехило вы, конечно, бедного сэра Геральта. Хокус, хокус. Так, есть, минус. Ядовитая стрела, урон 4, действие яда. Ну, в принципе, и так можно. Так отделаться. Smite the unholy. На! Пш, вообще нормально мы их... Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не. Блин, я не хотел так, на самом деле, друзья, делать. Ну, а почему я его не могу? А в чем прикол? Почему я его не могу? Give me a target. Вот тебе таргет. Чуть немного запутался я, друзья. Так, победа. Хорош. Ладно, друзья, давайте мы сейчас еще... еще все-таки вот сюда вот сходим. И на этом пока закончим. Мне надо посмотреть, действительно, ребята. Мы замечаем, что наше снаряжение совсем износилось. Мы решили не обращать внимания. Блин. Ну какого фига, нифига. Блин, так круто, что тут случаются такие вот... Такие вот действия всякие различные у нас. Приготовьтесь, ребята. На нас нападают, да. Я не знаю, что это вот это за фигня. Ну, давай, наверное, с этим пока разберемся. I have a spell for this. Вот here так I вот. О, они вот так вот, да, значит. На, сэр Геральт, красавчик. А что это за монстр вообще? Блин, они с каждым ходом восстанавливают. То есть надо действовать, друзья. Они как бы... А, ну просто не надо к ним вот становиться. Так, понял, 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 понял. Так, сюда идем. А мы потеряли одного героя. И мне вот сейчас это категорически не нравится, друзья. И второго мы героя тоже теряем. Это мне определенно не нравится, ребятки. Smite the unholy. На. Вот и сранец, он отходит так далеко. Итак, мы потеряли двух героев. Что будет вообще? Что, а как игра сейчас изменится? А, у них... А, минус очко здоровья. О-о-о, вот в чем проблема, ребята. Призывает союзников волка. Серьезно? А вот это интересно уже. Ну вот, чтобы вылечить союзников, это уже следующим надо. Слушай, это круто. Так, наш путь преградил громадный валун. Передвинуть, разрушить. Ну вот самое нормальное будет, наверное... Ну давай забраться. Фух, можем, продолжаем. Мы проворно перелезли. Отлично. А что тут у нас, ребятки? Давайте сюда. Мы пришли к старой ферме причудливого вида. Разузнав подробности, мы обнаружили, что эта земля принадлежит семье орков-фермеров. Ставить орков в покое, подойти ближе и понаблюдать за ними.
Орки явно не были бойцами, пытались найти спокойную жизнь. Мы нашли пару интересных вещей и узнали больше о наших противниках. Веревка какая-то. Вот так вот. Да, там, видишь, был валун. Интересно. Ну что же, друзья, на этом пока что наше приключение не заканчивается. Пока что паузу делаем мы с тобой. Все зависит от тебя. Не забудь поставить лайк. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.